Я поэтому слышу голоса. А ты их точно не слышишь? Ответ нет. Неудивительно. Все боги разные. То есть я могу не стать таким же сильным, как отец, но у меня будут другие таланты. Они у тебя уже есть, парень. Твоя способность к языкам поразительна для твоего возраста. Лишь время покажет, на что еще ты будешь способен. Так ты давно знал? Да, знал. Но я повидал слишком много богов. Видать, я тоже. А кто еще знал, что я бог? Фрея точно знала. Брок и Синдри? Им ни к чему знать. Бальдер! Он знает? Поэтому он нас преследует? Ты давно знаком с ним? Я впервые увидел Бальдера в день похорон твоей матери. Это правда. Эй, но нам же не обязательно сразу идти в сокровищницу. Ну, мы же боги и можем делать все, что захотим, правда? Что бы ты хотел сейчас сделать? Сейчас покажу. У меня вопрос. Если Емир был первым великаном, куда он взялся? Вначале был Генунган, великая пустота. Миров еще не было, только первозданные силы. Был огонь и был лед. И встретились они в пустоте и образовали. Давай я тебе попозже расскажу.
Ну что ж, мы не закончили одну историю. Так вот, об Эмире. Первозданные огонь и лед встретились в пустоте и создали воду. Воду? Не просто воду, а живую кровь для чего-то совершенно нового. Из этой воды возник Эмир, воплощение созидания и хаоса, мать и отец всего, что родилось после. Даже асов? Да, всякий бог, человек и зверь вышли из плоти Эмира. Знаешь что, я попозже расскажу. Эмир, может, закончишь ту историю? Конечно. Где мы остановились? А, из пустоты возник первый великан Эмир, и после от него произошла вся жизнь на свете. Однако из всех именно асы считали, что они выше остальных существ и вправе повелевать ими. Именно Один поднял руку на своего создателя и пролил животворящую кровь Эмира. Он сказал, что так было нужно, чтобы навести порядок. Из разорванного тела Эмира Один скроил Мидгард на свой вкус. Себя он назвал всеотцом, будто он сам был творцом, а не убийцей творца. Мелкий, завистливый тиран. Эмир? Ой, прости, парень. Я думаю, нам лучше закруглиться на этом месте.
что-то есть. Гляди в оба, сын! Враг убит! Это все его матросы? Мощная команда. И он нес за них ответственность. Мощная ответственность. Тебя это пугает? Нет, вроде нет. То есть, раньше, наверное, пугало, но теперь уже нет. Почему? Ну, я тут, с тобой. В общем, я почувствовал себя взрослым. Почти. Найти бы оставшиеся части диска с шифром. Почему у одного капитана так много людей? Они были ему верны и шли за ним. И все погибли. Какой он капитан? Почему ты так думаешь? Он привел команду к смерти. Да, но они сами пошли за ним. Даже хороший капитан может ошибиться. Каждый сам несет за себя ответственность. Помни это. Это был последний корабль. Надеюсь, капитану теперь полегчает. Это вряд ли. Он хотел упокоить своих людей сам. Но он никогда не смог бы. Ему это не важно. Наша победа лишь подтверждает его поражение. Тогда зачем мы это сделали?
мои. Да, мы их всех убили. Ну, то есть упокоили. Ясно. Значит, я проиграл даже после смерти. Но при жизни... Да. Я... Ну, ты был прав. Не очень-то он обрадовался. Наверное, невозможно смириться с потерей тех, кто тебе дорог. Невозможно. Не знаю, парень. Город опустел задолго до того, как сюда явился Йормунганд. Интересно, каково было здесь жить? Я не прочту, пока не соберем весь шифр. Причалим здесь?
Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия. Эй, Синда, ты знаком с миром? Если ты об оторванной голове, которая мне подмигивает... Гигиенично. Ах, как это мило. Я тоже рад тебя видеть. Урод. Как у него рука поднялась на отца? Невероятно, правда? Ну да, мы знаем лишь одну половину истории. Но все-таки, это же отец. Да, я на тебя иногда злюсь, но ведь... Да ну. Бывает, иногда, немножечко. Но я бы не ударил тебя в спину. Да, это вряд ли. Эти разбойники не желали видеть гостей. И как нам войти? Надо как-то поднять ворота. Может, водяное колесо? Я так думаю. Вот и все. Вот еще одна карта. Когда ты злишься? Что? На меня. Когда? А, ну... Когда ты говоришь, что я чего-то не могу, а я могу. Человеку сложно признаться в том, что... Короче, он... я понял. Я мелкий. Где может быть этот камень? Yeah.
сын. Ладно. Интересно. Что там случилось? А вот и сын.
Того призрака? Как ты узнал? Вот знак. Такой же был на кинжале в спине его отца. Он своего добился, но удержать не смог. Они его предали. Подлость рождает подлость. Видимо, команда не ужилась с тем, кто убил своего отца. Он думал, что готов вести, и заплатил жизнью. Похоже. Взгляни-ка, у его ног. Точили камень. Да, им они разбили ему голову. Правда? Фу. Точильный камень. Наверняка он непростой, раз Синдри его ищет. Ну, у разбойников свои критерии. То, что не блестит, нельзя съесть или выпить, сойдет в качестве тяжелого тупого предмета. Сын, сюда. Это еще одна карта. Что это значит? Тут сказано «самозванец». Где такое написано? Пойди сюда. Слушаюсь. Тут свиток. Это написал сын. Ух ты, как много-то. Отец, прости меня. Угрызение совести. Сожалею о содеянном. Лучше бы он подумал до, а не после. Не пришлось бы локти кусать, так? Ну да. Хорошо бы отнести это его отцу. Хранилище. Хм.
Можно причалить здесь. Вы случайно не нашли? Нашли мы твой камень. О, чудесно! Необычные пятна. Им одному разбойнику башку раскололи. О, чудесно. А это вам за труды. Скорее бы испытать новый камень. Вид у него не очень, но он так и пульсирует магией. Я остался без камня, когда его у меня одолжил брат. Он на него плюнул. «Для смазки!» — сказал он. Я не стал просить его вернуть. Не стесняясь попросить, носите аккуратнее. Что-то еще? Дай подумать.
Ты видел? Вон там. Там башня. Не вижу башни. Мерещится, что ли? Я вижу что-то внизу.
Давай еще раз, не отвлекаясь.